Создатели проекта «Читаем Онегина», «Российская газета» и Государственный музей Пушкина представляют проект «Читаем Тургенева». Иван Сергеевич Тургенев. Ася. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертую. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций. Я поравнялся с ней, уже прошел было мимо, вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносивший следующие слова. «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Нет, нет, одного тебя я хочу любить. И навсегда». «Полно, Ася, успокойся», — говорил Гагин. «Ты знаешь, я тебе верю». Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили. «Тебя, тебя одного», — повторила она, бросилась ему на шею и судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди. «Полно, полно», — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам. Создатели проекта «Читаем Онегина», «Российская газета» и Государственный музей Пушкина представляют проект «Читаем Тургенева».